На днях был сильный ветер, и нам порвало две пленки на ангаре, которые под отопление. При том, что на нем мы уже поменяли три. Но видно, пленочка была ненадежная, старенькая. Но вот накрыть можем только сегодня, потому что то был ветер, то дождик. Стояла наша рассада под дождиком. Но снять подробно не смогу, потому что там трое моих мужчин сейчас прибьют рейки и придут ко мне. Будут здесь натягивать. Эта погода нам позволяет, что вот я могу стоять одна, придерживать тут пленку. Сейчас, правда, ветерочек вот начал колыхать ее. Обычно, конечно, это все равно ветерок, и тут нужно держать хотя бы вдвоем. Ну, помогать сегодня некому, поэтому мы взялись вчетвером это делать. Вот здесь с краешку будет вот так вот подгинаться для усиления. А потом наматываться вот эти 6 метров на 2 рейки трехметровые. И так повыше они поднимут их. Но я боюсь, что не смогу. Это моя вторая уже попытка. Хотела вот так сделать вступление, а потом показать, как они это делают. Не получилось. Попробую сейчас еще раз.